Приветствую всех на моем канале. Сегодня очередная посылка с сайта AliExpress. Я заказала 3 лака для стемпинга от Born Pretty. В данной коллекции 19 лаков. Я выбрала золото номер 1, серебряный номер 2. Таких цветов у меня еще не было, а также синий номер 17. Упаковано все хорошо, ничего не разбилось и не вытекло. Тестировать буду на различных штампах. 2 прозрачных силиконовых штампа от Born Pretty, 3 штампа зефирки, красный и синий липкие, и квадратный липкий штамп от Leslie. А также протестируем на пластинах с различной гравировкой. Пластиковой, пластины от Leslie, у этого рисунка очень тонкие линии, пластина с AliExpress, на ней различная гравировка, диск от Born Pretty с кружевами и плитка с геометрией также от Born Pretty. А сейчас вы увидите, как я тестирую данные лаки для стемпинга в ускоренном режиме, а в конце видео я подведу итоги. Приятного просмотра!
Давайте подведем итоги. Сделала вот такие итоговые штамповки этими лаками. Качество лаков радует. Очень хорошая пигментация. Буду отмывать свой коврик за кадром. Я просто в восторге от синего лака. Смотрится великолепно. Ну и как же без золота и серебра? Что касается штампиков, то из всех моих работают с этими лаками синий штамп «Зефирка» и квадратный силиконовый штамп от «Лесли». Оба штампа липкие. А собратья синего меня разочаровали, особенно красный, так как они схожи. Единственное, что красный более мягкий. С прозрачными попробую что-нибудь сделать и надеюсь, они тоже будут работать с данными лаками. Маленький прозрачный – мой любимый. Он работает с акрилом и другим набором лаков для стемпинга. Большой же я использую редко. Теперь о дисках и плитках. Разочаровал диск от Born Pretty с кружевами. Гравировка почти не ощущается. С этим диском у меня работает только акриловая краска. Да и тонкие детали отпечатываются плохо. С пластиковой пластиной все переносится замечательно. Ссылка на обзор этих пластин будет в конце видео. Пластина от Лесли. Это паутинка с неглубокой гравировкой, да и линии очень тонкие, отпечатывается по настроению. С этой плиткой работают все лаки и акриловые краски. Главное подобрать лак и штамп. Довольна, что заказала ее. Ссылка на обзор данной пластины также будет в конце видео. Заказом я довольна. Буду и дальше тестировать данные лаки на различных пластинах и штампах. Может, вы дадите мне совет? Ссылочки на товары я оставлю в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока!